Привет всем, вы на моем канале Снежкэт, и сегодня я вам расскажу, как я сходила на день рождения. Я сходила к подруге, ее зовут Настя, и мы встречали день рождения в ДКЖ. Там были много мероприятий, была ведущая, которая выдавала призы за то, что мы веселились, играли, танцевали и так далее. Еще был большой стол, где было много еды. Самое мне понравилось, это картошка фри и сам торт, потому что торт был очень вкусный, было птичье молоко. Я люблю конфеты, печенье, что связано с птичьим молоком. Заранее извиняюсь, кто не любит птичье молоко, это мое мнение, так что вас ничего не касается. Потом мы с подружками пошли в магазин. Я купила себе вот такой ремень, сейчас покажу. Вот сам он вот с такими бриллиантиками, такой позолоченный, и здесь вот такой ремень, он достаточно длинный, вот конец, здесь вот такие дырочки, ну, чтобы вставлять и носить. Следующее я купила себе такую странную штучку, я ее уже высыпала, и она уже выросла, сейчас я вам покажу. Это шарики, которые под водой, и они увеличиваются. Вот она в таком стакане. Вот видно только цветные. Их очень тут много. Сейчас вытащу какой-нибудь и покажу. Вот, например, вот такой сейчас. Вот, смотрите, какой он у меня большой. Сейчас какой-нибудь еще вытащу. Так. Ну, такой маленький, он еще недостаточно вырос. Но если вам видно. Ну, вот, вот такие шарики. Вообще, мне в школу приносили, показывали. Это достаточно интересно, весело. Даже интересно, как они растут. То, что они наполняются водой внутри. Ну, сейчас сделаю экспериментик. Я не знаю, что с ними будет. Попробуем порвать, ну, сам шарик. Попробуем вот этот большой шарик. Он уже достаточно поломан, так что его уже не жалко будет порвать. Вот давайте с вами попробуем порвать его. Вот, мы его порвали. И здесь вот, видите, здесь не вода, он сам из воды как состоит. Такой прозрачный. Не знаю, почему вам я это рассказываю, но это забавно, интересно. На этом все. Если вам понравилось мое видео, ставите лайк, подписывайтесь. Не пишите, пожалуйста, негативных комментариев. Оставьте их в себе. С вами была Снежка. Пока.